Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередного питомца, вкачанного на максималку. Это будет у нас Шиара. Вот такая вот. Начали в последнее время давать очень много питомцев. Как видите, уже 178, 35 уровень. У нас вот ангел меньше всего дают. И слоник, огневик. Они еще... Даже не 35, а этот уже 35 и 178 повторок. Так, ну, смотрим. Как видите, по урону вроде питомец неплохой. Конечно, тут с этими не сравнится. Редкий питомец имеет 40% от атаки героя, которому назначен. Атака 9784, плюс еще дополнительно 6500 от героя идет в зависимости от его атаки. Какое у него умение? Умение называется «Свирепость». 9 уровень, когда герой атакует, шара наносит урон, равный 520% от атаки питомца одному герою в зоне поражения. Уменьшает скорость восстановления энергии. То есть, по сути, уменьшает получаемую энергию на 75% на 3,8 секунды. То есть, если у вас там за 4 удара герой заряжается, то тут он будет у вас заряжаться очень долго. Получается, минус 3 удара вы убираете. То есть фактически там он будет просто не сможет заряжаться. Ну, это надо все тестировать. Так, я ее, честно говоря, мало где использую. Смотрим, в каких бонусах она участвует. Ну, вот один из последних бонусов — это бонус очков лабиринта. Она нужна для прокачки максимального получаемого опыта за убийство пачек на 26 уровне. 24% вы будете иметь. Так, где она у нас еще участвует? Все, больше нигде, потому что она была добавлена после того, как ввели вот эти все бонусы за питомцев. То есть это один из последних бонусов, где у нас участвует три последних героя. Это Рудольф, Шиара и Джелли. Так, ну что, давайте где-то попробуем ее затестить. Нужно будет вытащить кого-то одного героя. Вот, может, здесь у нас тыковка вылезет. Если не сдохнет, конечно же. Так, ну-ка тут попробуем. Не вариант, в общем, я понял. Давайте поищем посильней. Со 100 тысяч на 140 переключимся. Реально будет сложно здесь этого питомца протестировать. Так, 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 где там наш Анубис? Вот видите, сработало у него понижение. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, бежи. Блин. Ну-ка попробуем вот так. Давай, гаргул, перепрыгивай. Вот, нормально. Вот, сейчас сработало на гаргуле. Смотрите, как долго он заряжается. Мы его бьем, он нас бьет. Смотрите, сколько нужно времени ему, чтобы зарядиться. Вот опять сработало. Вот только он включился. Настолько он медленно заряжается. Сейчас, может, нашего Анубиса сольют, и мы кинем сразу же следующего героя. Да, вот его слили. Сейчас его еще раз, надеюсь, сольют.
И мы попробуем выманить этого же Грула и посмотрим, как он будет заряжаться без шара. Если нам, конечно, времени хватит. Так, второй раз слили. Ну, то есть, реально, в идеале питомец очень кайфовый. То есть его можно ставить в пачку там с коркой, с разбросом. Очень будет эффективный. Но не особо востребованный. Ну, давайте 45 секунд. Есть, горгул слил. Кидаем сюда же ворожая нашего. Вот смотрите, как горгул быстро заряжается теперь. Насколько быстрее это все. Смотрите, как он заряжен и заряжен просто. Разница, насколько ощущается. Вот так вот. В принципе, смогли затестить даже. В бою. Какой плюс... В принципе, плюс то, что не дает зарядиться быстро. Минус герой должен атаковать. То есть он должен кого-то ударить. Если бы было бы наоборот, было бы очень прикольно на факелах, там на PvP локациях тестить этого питомца. А так, в принципе, из-за того, что только когда атакует, его смысла даже использовать нету, потому что одна цель. Если бы там было, что хотя бы 2-3 героя, было бы, думаю, более интересно. А так, имеем действие 3-8 секунды, кулдаун 5. Скорее всего, что... Давайте даже сейчас попробуем найти с ворожаем, что этот эффект смогут снять. Так, ищем. Вот пачка с ворожаем. Пока мы не восстановили своего Анубиса. Сможет ли ворожей снять? Так, есть ворожей? Не вижу. Так, вот есть ворожей. Побежали смотреть. Так, я что-то не вижу, наложили на кого-то или нет. Такая масса, что ни хрена не видно. Так, ну-ка тут попробуем.
Реально просто. Вот, наложили умение, и ворожей, походу, его снял. Скорее всего, что эффект снимаемый, поэтому... Еще один минус этого питомца, он особо воздействовать не будет. А ну-ка, сейчас попробуем. Да, эффект снимается. Вот, поэтому реально питомец получается, ну, может, на начальных левелах там он еще будет хоть как-то помогать, но реально фигня. Реально он беспонтовый, смысла его я не понимаю вообще. Его, получается, эффект снимают, он бьет по одному герою, урона нет. Какое-то такое. Возможно, его использовать еще он поможет на факелах, там где герой один на один, а так применения ему просто нет. Все, в принципе, весь обзор, что надо, мы протестировали, посмотрели. Подписывайтесь на канал, пишите комменты, какого вам питомца еще раз смотреть. В принципе, все. Все. Всем пока.